Для нанесения тональной основы и любых текучих вяжущих средств мы используем кисть из искусственного волокна. Ей очень удобно наносить средство тональное на лицо. Оно очень равномерно и хорошо распределяется, не оставляет за собой никаких полосок и наносится очень ровным слоем. Также для нанесения тональной основы можно использовать бьюти-блендер. Все остальные кисти, которые мы используем для сухой коррекции, они из натурального волокна. То есть самая пушистая большая кисть, это идет для нанесения пудр. Кисть немножечко поменьше для нанесения хайлайтера. Немножко скошенная кисть, тоже также из натуральных волокон, используется для скульптурирования лица и сухой коррекции. Следующая кисть, немножечко меньше размерами, чем кисть для пудр. Это кисть для нанесения румян. И большая кисть, просто для удаления осыпавшейся косметики в области из-под глаз. Cherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your